Всем привет и чудесного дня! А у нас сегодня 21 день инкубации. И посмотрим, сколько же их у нас вылупилось уже. Высадим их и посчитаем. Вот такие красавчики у нас здесь. Вот такой вот русская хохлатая. Вот с таким вот чубиком будет красавчик. Это раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Видите, какой красавчик. 21, 22. Ой, этот чернявочка какой бородатый. Смотри, какой. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 30, 31, 32. Вот такой вот у нас улов сегодня. Столько их навылуплялось. Чудесно. Сейчас скорлупочки уберем и посмотрим, сколько еще яиц осталось у нас проклюнутых, но не вылупились. 32 штуки мы высадили цыплят, и здесь еще восьмерым я помогла. Вот, и все остальные еще есть на клев, но мы их подождем пока. И мой зайчик, не прыгай. Вот. И закрываем инкубатор, ждем дальше. Если посчитать, было где-то 75-76 яиц оплодных, и 40 штук у нас уже вылупились. Это 50% уже чуть больше есть. Ну, уже результат. Будем ждать дальше. Ну и продолжим у нас вечер. Посмотрим, сколько еще у нас цыплят навыводилось. И пересадим к тем, которых мы высадили утром. 32 штуки. И сколько сейчас у нас еще есть. Отключаем инкубатор. Вот такие зайчики у нас навылуплялись. Некоторым я пыталась помочь. Но вроде бы все как бы хорошо. И здесь. Раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Вот такой красавчик. Черненький. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. И 32 мы уже высадили. И вот такая вторая чашка у нас
с цыплятами. И это уже хорошо. 58 в общей сложности, а было 75. Было 76. Одно неоплодное было яйцо, я его уже убрала. Вот. Один вот слабенький только вылупился. Пусть греется здесь сидит. Не будем его тревожить. Уберем скорлупочки и будем дожидаться остальные яйца. Здесь у нас выходит, я их сейчас просвечу, посмотрю, какие негодные уберу. Ну и здесь у нас 4, 5, 6, 7, здесь 10 и здесь 16 яиц у нас осталось еще не вылупленных. Ну, будем ждать, будем смотреть. Ну, а пока всем спасибо за просмотр. Поставьте пальчик вверх. Подпишитесь на наш канал. Напишите, сколько у вас вылупилось цыплят. Всем пока-пока. Всем чудесного дня и чудесного вечера. Пока-пока.